Майор Мочалов Константин Иванович был призван в ряды Красной Армии в 1941 году Едкульским военным комиссариатом Челябинской области. Воевал в боях за Северный Кавказ, Кубань, Донбасс, Левобережную Украину. Большую часть своего времени майор Мочалов находился в боевых порядках подразделений, где личным примером храбрости и геройства воодушевлял солдат на выполнение боевых задач. Когда во 2-м батальоне 43-й бригады сложилась горячая обстановка, Мочалов лично повел состав в наступление, и боевая задача была выполнена. Неоднократно он направлялся командованием корпуса на выполнение сложных боевых операций и всегда выполнял их безукоризненно, являясь образцом мужества и непоколебимой воли. Таким он оставался до последнего дня своей жизни, 25 ноября 1943 года, обеспечивая выполнение боевого приказа, майор Мочалов находился в боевых порядках 301-й стрелковой дивизии, принимал активное участие в боевых операциях в Херсонской области, погиб смертью храбрых. Майор Мочалов Константин Иванович был награжден орденом Отечественной войны первой степени посмертно. Сохраним память народа.